Итак, мы находимся на улице, вот этой, которая одноименное название Смолки. Эта улица знаменита в Гамбурге, так сказать, наличием красных фонарей, да? Улица красных фонарей. Вот сейчас мы по ней проедемся, посмотрим, что тут здесь и как. Всякие киоски открыты, магазинчики. Так, нам нужно проехать. Вот такие. Попал я чуть-чуть. Итак, да, случайно мы попали на мексиканцев ряженых. А вот я понял, какое-то торжество. Девочки в красивом таком. Вот, да-да. Едем дальше. Ага, вот эта улица. И вот этот дом. Вилкоми open 24 часа. Хостел. Тут же хостел находится, да, и вот, пожалуйста, блюнает голубая мышь. Шопы. Да, у скорой, конечно, сирена хорошая. Итак, вот водка Бомбер 4 евро, 0,5 литров. Да, конечно, здесь таких типков мутноватых хватает. Ух ты, такой, надо заснять. Вот такой вот такси. Десять человек. Давай, крутите. Ой. Ну, вот такой вот туалет. По-моему, если не ошибаюсь. Тут ремонты. Да, очень таких... Я там не снимал мутноватых людей. Тоже есть бездомные. Хотя напротив вот полицейский участок. Никто не гонит, никто ничего. Еще одни такие красные шапочки. Я так в гуще событий еду навстречу. Видео? Надо объехать как-то. Да, молодежи много.
принципе, комментировать нечего. Да, дождик прекратился, и сейчас народ потихоньку повылазил, как говорится. Жара чуть-чуть припала. Вот, видите, уже люди ходят, то есть штаники, там какая-то рубашечка, кофточка. Да, здесь народ тусуется. Киоск, шоп. И мы потихоньку выезжаем на площадь, вернее, к церкви Святого Михаила, по-моему, где-то там. Ну да, как я и говорил, вот вверху, да, с часами. Вот я оттуда ехал, да. Как бы так вот. Нам зеленый, поехали.